Нам открыты все маршруты! С добрым утром, малыши! А у нас сегодня замечательная гостья – дрессировщица Снежана Половьянова! Привет, ребята! Дрессировщица? А что же вы без животных пришли? Мы же с ребятами ждем, хотели посмотреть на ваших питомцев, а вы одна! Крюша, ну ты же приличный поросенок! Ну вот и веди себя соответственно! А правда, где животные? Они все здесь со мной. А кого бы вы хотели увидеть? Я? Дайте-ка подумаю. Крокодила. Крокодила. Ну что ж, сейчас поищем. А вот и крокодил. Где? Где? Да, наверное, там же, в коробке. Ой, ребята, смотрите, а пусто, в коробке-то ничего пусто. Нет. А я-то думал. Эх. Вы нас, наверное, обманули, Снежана. Не спеши, Хрюша. Сейчас я произнесу свои волшебные заклинания и... А может быть, ты? Пусть лучше Антон. Ладно, хорошо. А то Хрюша совсем расстроится. Итак, Трах тебе, дох. Ты моя борода! Эй, крокодил! Появись-ка сюда! Да, Вуаля! Ой. Кто здесь заказывал крокодила? Я заказывал! И что? Теперь можно любое животное загадать? И льва можно? Можно! Только они ужасно любят кого-нибудь... Съесть! Нет, я передумал. Пусть теперь Антон загадывает. Так, там кто-то к нам пришел. А вы уверены, что это нам? Точно нам эта посылка? Спасибо. Снежана, мне сказали, что это для вас посылка. Да-да, я ее давно жду. А что там? Что там? Ха, ну, любопытному Хрюше на базаре. Ну, ладно, знаем. По-моему, там ничего нет. Ребята, смотрите, здесь абсолютно пусто. Опять пусто? Да. А ребята ждут чудес, а вы... А я... Слушайте, если у Антона получилось, может быть, и я смогу наколдовать? Ты кого загадала? Только не загадывайте слона. Он тут не поместится. Слона! Так, а можно эту игуану? Большую. Все зависит от Хрюши. По-моему, он же что-то шепчет. Не козу, не обезьяну, а большую игуану! Ой! Только она не очень большая, почему-то. Ну, наверное, потому что заклинание такое. Очень даже верное было у меня заклинание, а вот коробочка маленькая. И вообще, я слышал, что не любая посуда годится для фокусов. Возможно, но вот твоя красивая ваза вполне подошла бы. Ну, вообще-то я тоже немного волшебник, у меня и специальный хрюк есть. Да, Снежана, это точно, это правда. Да что ты? А можешь сделать так, чтобы в студии появилась змея? Ой. Хрюша. Да? Я с тобой. Не подведи. Сейчас попробую. Со змеями я еще не работал. Только вы, Снежана, ее ловите сразу, чтобы она нас не покусала. Хорошо. Вот тогда, Хрюша! Молодец, не подвел нас! Но правда она не настоящая. И правда. Она резиновая. А хотите настоящую? Настоящую? Да. Тогда можно воспользоваться твоей красивой вазой, Хрюша? Пожалуйста. Кто будет говорить волшебные слова? Давай ты, Хрюша, говори. Это же все-таки твоя ваза. Хорошо. Взмахнул рукой три раза я, и здесь появится змея. О,
Настоящая! Да. Вот это да, ребята! Вот вам и пустые коробочки. Вот никогда не знаешь, что там может оказаться. Вот это да! А что же там? О, пусто, ребята! Вот тогда! В следующий раз мы обязательно кого-нибудь еще там найдем. А пока мне пора. У моих животных режим. Им надо успеть домой к обеду. Жаль, но мы с ребятами будем ждать вас в гости еще раз. Спасибо, я обязательно приду. И вы, ребята, живите активно и мыслите позитивно. И смотрите канал «Карусель». С добрым утром!